Жители Тынды презентуют свой город на главной площади Приамурья уже в эти выходные. Дни муниципальных образований будут проходить в Благовещенске все лето до 7 сентября. Мероприятие посвящено 155-летию Амурской области. Дни муниципальных образований – это отчет не сферы культуры, это отчет о деятельности всего муниципального образования, его история, его какие-то особенности отличительные, которые помогают им выжить в современном мире, да, и отличаться от своих соседей в какую-то в хорошую, лучшую сторону. Представители Тынды покажут благовещенцам не только концертную программу, но и детский спектакль. Организаторы мероприятия объяснили, муниципалитеты могут презентовать не только творчество, но даже проводить мастер-классы и представлять вакансии рабочих мест. Необычный концерт ждет благовещенцев и 22 июня. В этот день свою тематическую программу, посвященную началу Великой Отечественной войны, представит Белогорск.